предложение первого такого предновогоднего каталога нашей компании. И, наверное, представлюсь, зовут меня Сметанина Екатерина, я старший менеджер компании Oriflame, и очень люблю действительно эту продукцию. И я думаю, что я не исключение, и все вы со мной тоже, что когда мы получаем с вами новый заказ, в первую очередь, что мы смотрим, это новый каталог. Какие же акции, какие же интересные предложения компания нам предлагает в текущем каталоге, чем мы можем порадовать свою семью, себя, своих клиентов. И когда это новогодние каталоги, это еще и такая сказка, да, скажем так, вот предвкушение чего-то необычного, интересного. Поэтому действительно будем с вами знакомиться сегодня с новиночками и действительно с выгодными предложениями этого каталога. Начнем, наверное, с того, хочу тоже, чтобы вы сегодня в этом, сегодня со мной вместе тоже общались, да, поэтому если буду задавать вопрос, вы, пожалуйста, отвечайте. Итак, тема нашего нового каталога – это гид по подаркам. И до самого действительно любимого праздника нашего Нового года остается совсем чуть больше месяца, и в морозном воздухе уже ощущается приятное предновогоднее настроение, волнение. И, конечно, нам нельзя терять время зря, и нам нужно заняться вопросами подарков для своих родных, для своих близких, для друзей. И уже сейчас мы какой-то ищем индивидуальный подарок. И нужно, чтобы это было не занимало много времени, но при этом, чтобы человеку было очень приятно. И вот с действующим каталогом 16 выбор действительно станет легким, ведь это настоящий гид по подаркам. Как подобрать подарки для себя, для своих любимых, и что вообще можно получить в этом каталоге? Каталог действует у нас до 3 декабря, и, может быть, кто-то мне подскажет, сколько страниц в текущем каталоге, вот, либо, если так, наугад, сколько страниц в этом каталоге, знаете вы об этом или нет? Вы пока пишите, да, знаете или нет, вот, мы потом посмотрим. Если у кого-то еще с собой нету каталога, обязательно берите, потому что будут сегодня интересные моментики, которые мы можем помечать для того, чтобы работать с нашим клиентом. Берите маркеры, ручки, обязательно каталоги. Но я пока не вижу ни одного вашего предложения. Сколько же страниц в текущем каталоге? 172. Молодец, Светлана. Я скажу, если сравнить с прошлым каталогом, то там было всего около 140 страниц. Вы представляете, насколько больше предложений компания дала нам возможность порадовать своих родных и близких. И, как я уже говорила, наверное, не будет сложностью предложить каталог своим родным и близким с потрясающей, ну, даже фразой, да, достаточно одной фразы для того, чтобы было не страшно и легко предложить каталог, для того, чтобы просто предложить людям, нашим знакомым, сделать выгодные покупки, выгодные подарки для своих родных и близких. И начнем с самого каталога. Вы, наверное, знаете, что каждый каталог компания дает определенную концепцию, есть фокусы каталога. Это супер предложение в начале каталога. В чем оно заключается? Это какое-то интересное предложение со значимыми скидками на нескольких разворотах в самом начале каталога. И они обычно объединены общими темами. Конечно, всегда в компании есть драйвер каталога. Это очень привлекательный продукт, который можно получить по выгодной цене при условии размещения заказа на определенную сумму. Что является драйвером текущего каталога, мы об этом тоже еще поговорим. Есть, конечно же, супер предложение в конце каталога. Вот для тех, кто любит смотреть каталоги с конца, да, с последней странички, всегда есть супер предложение в конце каталога. И обычно этот продукт, ну, просто обязан быть у каждого, потому что там действительно шикарные скидки, шикарные продукты. Есть главные продукты каталога, это популярные продукты с большой скидкой. Они расположены внутри каталога. Обычно это самые продаваемые, да, и очень они красиво всегда оформлены, и на них действительно скидочки больше 50-60%. Ну и, конечно же, в каталоге вы найдете все категории продуктов, это уход за кожей лица, декоративные, ароматы и так далее. Вы знаете, мне очень нравится в текущем каталоге, что он начинается с потрясающего возможности очень быстро и легко работать с каталогом, потому что уже здесь вы можете увидеть, что для каждого человека, да, можно подобрать разные подарки, это могут быть, причем указаны страницы, то есть вы легко, даже если у человека 2-3 минуты времени, вы легко можете открыть, если ему нужен подарок для папы, на какой странице, для мамы, на какой странице, поэтому тоже очень легко и быстро работать. Но я хочу также ваше внимание, это, конечно, не в каталоге, а на сайте компании. Я думаю, многие из вас, может быть, уже побывали. Поставьте плюсики, кто уже посмотрел вот этот гид по подаркам. В разделе «Новости» вы можете найти гид по подаркам. Для него, для нее, для подруги, для мамы. То есть тут все расписано настолько очень подробно, столько много продуктов можно выбрать. И, кроме того, даже отдельная графа «Продукты по цене». Если вам человек говорит, что я хочу подарок не больше, чем на 15 рублей, да, белорусских, новых, то сразу выбрали эту категорию, и вам откроются продукты не больше этой стоимости. То есть очень классно, шикарно работать, возможность уникальная, потому что
дает нам возможность быстро общаться с клиентами, потому что у нас сейчас время такое, что хочется быстро всего, да, недолго не терять времени на какие-то, вроде бы, как нам иногда кажется, не совсем нужные для нас дела, то есть хочется все быстрее и быстрее, вот, и каталог, и сайт дает нам такую возможность. Ну что, тогда приступаем к новинкам каталога, и у меня к вам вопрос. Какой же популярный мужской аромат выходит в текущем каталоге в новом стиле? Я думаю, вы уже его видели, вы уже, пока вы пишете, я думаю, что, может, кто-то пишет, либо просто плюсики, знаете ли вы, что это за аромат, я вам уже его немножечко продемонстрирую. У нас сегодня есть возможность, так, я надеюсь, я только увижу, да, с вами сегодня даже вот увидеть, да, ожидание Gold Man, это новый мужской, вернее, не новый, аромат старый, но он выпущен в новой упаковочке, вот такая коробочка, да, он приходит, вот такой шикарный продукт. Действительно, одна упаковочка, очень такой, чувствуется, что это очень дорогой парфюм, что это мужчина, у которого есть этот парфюм, на самом деле неповторим. И действительно, выбор подарка для своего любимого мужчины, он становится самым важным предновогодним занятием, конечно же, для любой девушки. И аромат в подарок – это проверка на понимание человека и его характера. Сложно выбрать подарок для мужчины, у которого все есть. Есть успех, есть признание, есть бесконечное обаяние, есть жажда узнать что-то новое, да, страсть к приключениям. А в таком случае подарить только аромат, ну, вот, это единственный, наверное, выход, да. И вот здесь в общем каталоге действительно выходит вот этот вот Giordani Gold Man. Что это за аромат, да, немножечко о нем тоже сейчас вам расскажу. Только слайдиком переключу. Да. Что же это за аромат, что он нам дает? Вообще аромат древесный. Здесь основные ноточки – это итальянский цитрус, черный кофе, черный ветивер. И если говорить о нотах этого аромата, то черный ветивер с его элегантным, древесным, древесным характером – это один из самых благородных нот премиальной мужской парфюмерии. Поэтому это элитный парфюм, да? И в парфюмерии вообще масло ветивера применяется где-то примерно с 19 века. Но он является самым популярным компонентом кожаных мужских парфюмов. Создателем данного аромата является Натали Ларсон, и действительно, вот этот аромат, его неповторимый, действительно, сама упаковочка, да, такая люксовая, черный цвет, это всегда такой цвет роскоши, да, богатства, поэтому я думаю, что каждый мужчина, каждый, для кого будет подарен этот аромат, будет доволен этим ароматом, и причем в этом текущем каталоге вы видите уникальный, изысканный аромат, идет со скидочкой 45% при заказе на 361 белорусский рубль, ну, по цене каталога. Очень классное предложение, ну, а мы с вами двигаемся дальше. И у меня к вам следующий вопрос. Какой же яркий праздничный женский аромат можно приобрести в текущем каталоге вот по такой уникальной цене? Знаете, я сначала подумала, что этот аромат всего объемом 30 мл. Но когда я увидела, что аромат не 30, а 50, то есть я действительно поняла, насколько классный аромат и подарки приготавливает нам компания. Ну что, вы пока не пишете, я вам буду тогда уже сразу показывать. Во-первых, я покажу коробочку. На самом деле, может быть, экран не передаст вот всю красоту. Это действительно такая перелив роз, очень такой красивый, очень нежный. И покажу вам сам аромат. Мне уже вот удалось его и ощутить, да, и сам флакончик. Вы знаете, на экране, я не знаю, как у вас, у меня он смотрится темно-бордовым. На самом деле он такой малиновый-малиновый, такой очень красивый. И я думаю, что вы уже догадались, что это новый аромат, женский аромат. Си Мальвик. Да? Что это за аромат, что он нам дает? Вы видите, знаете, повезло очень нам в этом каталоге, потому что этот аромат, он передает вот именно чудный аромат Нового года. Вот ароматом Нового года что обычно является? Это мандарины, елки, да? И именно с этим запахом ассоциируется у нас новогодняя пора. И чтобы вот продлить вот это чувство праздника, вот выбор для себя новогодний парфюм, который станет не только финальным штрихом вашего образа, но и будет напоминать вам о приятных моментах при каждом последующем нанесении, это именно вот этот аромат. Компания дает нам возможность получить не только, опять немножечко об аромате, именно вот в этом каталоге нам компания дает возможность вот эту водичку, она нам выставляет ее и как драйвер, и как продукт задней обложки каталога. И это очень классно, потому что по такой спеццене
Наверное, такой аромат не будет, больше никогда мы его, наверное, не встретим. Действительно, вот флакончик, он из малинового стекла. Выполнен он в виде цветущего розового бутона. И он действительно станет украшением любого столика из коллекции ароматов. Аромат восточный, ванильный и фруктовый. Если брать такие ноточки, которые там основные, это бергамот, французская роза, миндальное дерево и ваниль. Если тоже говорить о ноточках этого аромата, то бергамот – это один из самых популярных ингредиентов в парфюмерии. Он относится к семейству цитрусовых. Кроме того, как я уже говорила, здесь есть французская роза. Это самый вообще древний вид садовых роз. В Западной Европе французская роза была известна уже в средние века. И вот она цветет вообще один раз в год, только в середине лета. И поэтому действительно тоже очень такой дорогой, такая ноточка, да, такая дорогая в этом парфюме. И здесь, как я уже говорила, есть еще миндальное дерево, да, и вот ноты миндаля в парфюмерии, они очень успешно используются, и вот никто, вот, нащутив аромат, да, вот вы попробуйте, я думаю, завтра же в офисе можно будет его протестировать, миндаль не чувствуется, больше идет ваниль, то больше идет вот слива, да, здесь тоже в ноточке есть слива, но вот именно миндаль, он как бы подчеркивает весь этот аромат, и это дарит аромату какие-то теплые нюансы, нежность, легкость, а также действительно ощущение вот такого аристократии и такого изящества. Поэтому действительно, я думаю, что это будет потрясающим подарком для любой девушки, вот кому, кто в каталоге попробовал аромат, кому захотелось такой иметь у себя на столике, либо подарить своим подруге, сестре, маме. Можете пока отмечать плюсики. Да? А мы с вами будем двигаться дальше. Досье парфюмер, который создал этот аромат, это Аник Менардо. И действительно, вот, ей хотелось создать что-то новогоднее, неповторимое, чтобы вот каждый из нас почувствовал вот этот вот вкус вот этого необычайного аромата. Так, вот я вижу плюсик, я тоже думала, вы меня не слышите, поэтому двигаемся с вами дальше. И у меня к вам следующий вопрос. Какой же набор по уходу за телом продлит звучание нового аромата в два раза? Я думаю, что вы уже тоже знаете, листали каталог, и это аромат, это набор Синумифик. Что хочется сказать об этом наборе? Вы знаете, действительно, подарков для себя любимых много не бывает, и в действующем каталоге вот вместе с этим ароматом Синумифик мы можем приобрести наборчик. Вы видите, какой потрясающий цене. Здесь гель для душа, плюс лосьон для тела, и он идет с эффектом мерцания. Ну, не пугайтесь, я скажу, что мерцание видно больше всего именно при вот, не дневном свете, а вот в квартире, да, при таком свете освещения, и оно не сильно яркое, то есть действительно оно приятное, оно дает телу роскошь такую, да, такую неповторимость. И на Новый год это вообще будет шикарное дополнение, особенно если у вас открытое платье, но он не дает сильно-сильно блеск, да, то есть мы уже попробовали сегодня, я вам тоже покажу, вот такой вот лосьончик. Для тела, он идет 200 мл. Они имеют аромата водички, который мы с вами, да, сегодня уже говорили. И вот именно послойное нанесение продуктов, если вы используете лосьон, потом используете, вернее, сначала гель, потом лосьон, потом аромат, это усиливает стойкость аромата в два раза. Вот, гель у нас идет с шелковистой текстурой, он мягко очищает кожу, подает ей нежность, подходит для ежедневного применения. Вот, а лосьончик тоже очень быстро легко впитывается, он вообще даже незаметно, как он питался, мы попробовали на коже, да, при этом придает мягкость, гладкость, ну и действительно такое деликатное мерцание и приятный аромат. И тоже вы видите, что при покупке набора идет дополнительная скидка 45%, поэтому, ну, действительно шикарный подарок для любой девушки, особенно если это целый набор, просто потрясающе. И я думаю, что не секрет будет для вас то, что действительно уход за нашим лицом – это не только декоративная косметика. Когда мы готовимся к какому-то празднику, нужно готовиться заранее, нужно готовиться всегда, быть готовой, да, и каждый день использовать потрясающие серии по уходу за лицом. И благо у нас в компании появились потрясающие серии Nourish, True Perfection, Collagen, Ultimate Lift. Это серии, которые позволяют нам наслаждаться, продлевать нашу молодость, да, наслаждаться нежностью нашей кожи. Можете поставить тоже двоечки в чате те, кто вот использует уже какой-то продукт, и, наверное, пятерочки те, кто использует комплекс. Я скажу, что когда вы используете комплекс, это действительно классный результат, очень быстрый, и очень приятно, когда ты даришь родным и близким такие продукты. Поэтому у меня к вам вопрос уже другого плана, да, какую серию по уходу за лицом с органическими экстрактами теперь можно приобрести именно набором?
Я думаю, что вы все уже знаете, ну, пишется она не совсем легко. Конечно же, это наша потрясающая серия «Эко-бьюти». И что можно сказать об этой серии? Вы знаете, эта серия действительно сама по себе очень интересна тем, что действительно в последнее время здоровый образ жизни и забота об окружающей среде – это сейчас одна из самых сильнейших мировых тенденций. Но здоровый образ жизни, что он себе предполагает? Конечно же, употребление натуральных продуктов, питание, ношение одежды из натурального материала. И очень рада, что большинство людей уже об этом задумываются, да, насколько натурально все то, что окружает их. И вот именно серия «Эко-бьюти» с натуральными и органическими экстрактами, она вышла в 2012 году, но действительно люди, которые приходят, которые заботятся именно о том, чтобы все было вообще натуральным почти на 100%, они выбирают для себя эту серию. Раньше эта серия была не совсем полной, да, и именно в 2016 году эта серия вышла в новом варианте, с другими ингредиентами. И вот именно серия «Эко-бьюти» это лучшее, что мы можем предложить, вернее, это лучшее, что мы можем предложить природа, и мы действительно, серия потрясающая. Что можно сказать об этой серии? Она вышла в новом формате, здесь теперь тоже в наборе идет 6 продуктов. Состав этой серии космических средств, он сертифицирован, и 95% это ингредиенты природного происхождения, да, и 5% это компоненты, которые получены искусственным путем, одна педагогичная натуральная. И серия имеет огромное количество сертификатов, я сегодня о них всех рассказывать не буду, потому что, я думаю, если вам будет интересно, на сайте вы это все увидите, но что мне очень нравится. Здесь идет в наборе, что входит, очищающее молочко, освежающий тоник, разглаживающий крем для кожи вокруг глаз, восстанавливающая сыворотка и увлажняющий дневной крем. И дополнение, да, то, что совсем недавно у нас появилась компания, это питательное масло для лица. Молочко очень классно очищает, оно подходит для чувствительной кожи. Данная серия не содержит парабенов и действительно очень интересные компоненты здесь. Вот если взять очищающее молочко, здесь у нас находятся цветки василька. А вы знаете, что они издревле использовались именно в лечебных целях, поэтому какие особенности он дает? Он уменьшает прилив крови. Экстракт василька, кроме того, является сильнейшим космическим средством, позволяющим снизить стрессовые нагрузки на кожу, которые возникают вследствие атмосферы, УФ-излучения и резких перепадов температуры. Поэтому вот серия «Эко-бьюти» наша вот эта межсезонье, она вообще дает шикарный результат. Вы знаете, что есть в этой серии тоник. Он увлажняет, успокаивает за счет экстрактов ромашки и розы. Ромашка оказывает на нашу кожу противовоспалительное, противоаллергическое, смягчающее действие. И что мне очень нравится в этих сериях, молочко, да, и тоник, они без дозатора. То есть им нужно выливать, да, то есть просто брызгать и все. То есть очень классное использование, очень легкое. И действительно кожа себя ощущает очень нежной, очень такой увлажненной. Что говорить о других продуктах я, наверное, сейчас не буду, скажу только, что действительно впервые в каталоге есть возможность приобрести эту серию именно комплексом. Наверное, лучше меня об этой серии скажут те, кто уже ее использует, да, и вы могли видеть, те, кто находится в чате по красоте, отзыв нашего вышестоящего спонсора Лены Ракончи именно о том, что это за серия и какие ее первые, скажем так, эмоции от использования этой серии. Я немножечко буквально попробую пересказать то, что пишет Лена. Лена, как после получения заказика, она писала свой отзыв, что действительно серия волшебная, она очень нежная. И заняла почетное место в комнате Елены, в ванной комнате Елены сразу, да? Лена попробовала эту серию. Какие ощущения? Серия «Эко-бьюти» очень понравился тоник, в первую очередь своим ароматом. Роза с нежнейшим намеком на цитрус и ромашку, свежий, нежный, цветочный. Конечно же, дозатор, то, о чем мы с вами говорили, то есть можно наносить прямо на лицо, а не на диск. Конечно же, для лета очень хорошо можно использовать тоник, потому что можно просто освежать кожу в течение дня. Ну и, конечно же, потрясающий состав, о котором тоже говорили мы с вами сегодня. И то, что еще радует Елена, что и молочко, и тоник сделаны во Франции. Вот, и личное ощущение Елены после нанесения кожа свежая, нежная, гладкая, сразу пропадает чувство, ну, такой стянутости, никакой нет чувства липкости, а легкость, свежесть, сплошное удовольствие. Поэтому будем с вами пробовать, проверять эту серию, потому что серия действительно в таком наборе, в таком составе, и тем более по уникальной тоже цене, сейчас верну слайдик назад, то есть экономия сейчас идет 722 тысячи белорусских рублей, ну, если брать в старом эквиваленте. Классная экономия, классный подарок для родных и близких.
на ближайшие новогодние праздники. Ну а мы с вами двигаемся дальше, и, конечно же, мы не забываем о наших мужчинах, да? И вы знаете, всегда спрашивают, вот клиенты, когда приходят, говорят, а что можно для мужчин? Конечно, есть выбор, есть один, второй, третий, четвертый продукт, но обычно они спрашивают, а что можно так, чтобы это было красиво, чтобы это было элегантно, да? И действительно, компания об этом позаботилась и подготовила нам в текущем каталоге не просто мужскую серию, а еще упаковала, скажем, их в потрясающие коробочки. И действительно, можно подойти очень легко к выбору подарка, потому что компания продумала и дает нам еще, кроме того, конечно же, 50% скидку, да. Обратите внимание, что представлены два мужских подарочных набора, которые входят в средства, созданные с учетом потребностей именно мужской кожи. Оба набора, как я уже говорила, в подарочной упаковочке. Что вообще такое Nord, да? Вы видите, на экране написано именно серия Nord. Это вообще основной бренд мужского ухода, который подразделяется на несколько серий. Продукт Nord, он обеспечивает самый тщательный, эффективный и одновременно деликатный уход за мужской кожей. Потому что действительно мужская кожа и женская, она требует разного ухода. И, соответственно, в этой серии Nord именно эффективная формула для именно мужской кожи. Подарочный набор, классная упаковочка, и тоже не тяните до самого конца, потому что я думаю, что именно в такой подарочной упаковочке таких наборов, такие наборы могут закончиться очень быстро, поэтому тоже обратите на это внимание и не тяните. Ну и, конечно же, то, что нельзя оставить без внимания, это наши детки, и компания каждый раз какие-то дополняет приятные сюрпризы, и я скажу, у меня вот трое деток, ну, младшим как раз подойдут вот эти серии, девочка и мальчик, да, и вот это действительно всегда правильно. Не знаю, у нас, в принципе, не было в семье, ну, какого-то, может быть, ну, я слышала очень часто от мам, что дети не мыться, плачут там и так далее, используют разные продукты и так далее. Но у нас никогда такого не было, чтобы дети не хотели мыться, наоборот, да, мы еще какая-то немножечко, всегда это какой-то праздник, всегда для них это какая-то игра, особенно когда в ванной комнате их любимые герои из мультфильмов, это всегда потрясающе. И вот именно серия «Звездные вороны», да, и вот, не помню мультик, забыла мультик, но очень классная серия «В поисках Немо», да, наверное, да. Плохо мне видно слайд, я сейчас посмотрю название мультика, вот, может, вы мне подскажете быстрее. Вот, чем очень уникальна эта серия? Тем, что она действительно серия без слез, очень приятный аромат, но при этом он не яркий, не выраженный. То есть он, вот, волосы, да, вот если брать шампуньки, они пахнут примерно как то, что серия. Дори, спасибо большое. Вот. И, но при этом не яркий. И компания нам предлагает потрясающий набор, парфюмерный набор. Это туалетная водичка и мыло с потрясающей тоже скидочкой. Мыльце вообще в виде ракеты, мне кажется, ну, настолько все продумано, так интересно, что дети только раскрывают этот каталог, конечно, хочу, хочу, хочу. Поэтому вот как дополнение, допустим, к новогоднему подарку, я думаю, будет шикарное предложение. Но опять же, из опыта прошлых лет, ну, не затягивайте, потому что на последней неделе, ну, наверное, точно не будет этих наборов, потому что разбирают их очень быстро, потому что выгодная цена и классное предложение. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Вот и самые основные новиночки, мы с вами там немножечко еще расскажу вам о каких-то новиночках, которые у нас встретятся. Но сейчас мы с вами приступаем к самым выгодным предложениям текущего каталога. И одни из таких, это, конечно же, наша любимая серия Jordan Gold. Румяна шариков в новой упаковочке и тональная основа. Это то, чем, ну, ни один праздник, я думаю, девушка не проводит без того, чтобы подготовить свою кожу, себя. Да, у нас есть уход за лицом, мы подготовили заранее, и сейчас нам необходимо подчеркнуть свои достоинства, да, и вот эти два, четыре, скажем так, продукта, да, которые представлены на страничке, это то, тоже без чего не может обойтись ни одна девушка. Румяна в элегантной коробочке, они пудровые румяна жемчужины, каждая из которых сделана вручную. Вообще мне, конечно, очень нравится, что именно наша компания впервые выпустила вот такие румяна в шариках, да, запеченные. Каждый вот этот шарик, он изготавливается вручную и потом запекается. Поэтому вот те, кто вот спустя рукава так относились к своим румянам, помните, что каждая румяна, каждый шарик вот этот, да, он изготавливается вручную. Что мне тоже очень понравилось, что гармоничное сочетание теплых пигментов, мерцающих микрочастиц, очень-очень-очень освежает лицо, да? То есть действительно, дарит вроде нежный румянец и такой вот изысканность на коже, да? Кроме того, конечно же, тональная основа. Тональная основа, она очень, мне очень нравится, антивозрастная. Она идет солнцезащитным фактором SPF 8. При этом она создает естественный ровный цвет лица,
И здесь добавлен очень потрясающий такой экстракт, экстракт белого трюфеля, который именно ухаживает за нашей кожей. Финальная основа помогает скрывать несовершенство кожи, придает такой более ровный тон, да, нежное сияние, при этом она еще и увлажняет и смягчает кожу. А вот румяна, да, она обеспечивает безупречное сияние и естественный такой румянец. Поэтому сочетание – это действительно тот продукт, те продукты, которые должны быть у каждой девушки. И в этом каталоге мы можем приобрести их со скидочкой 45%, поэтому тоже не выпускаем такую возможность. Следующие продукты – такое выгодное предложение, о котором я с вами говорила в конце каталога. Да, выгодное предложение – это новиночки. Новиночки – это лак для ногтей, именно 5 оттеночков, не сам лак, а именно вот эти 5 оттеночков. И что хочу сказать о лаке. Он безопасен, то есть он не содержит, да, вот сегодня тоже толуол, формальдегид, смолы, да, и не содержит капору, поэтому очень безопасен для наших ноготочков. И у нас здесь есть сегодня 2 оттеночка, я попробовала их нанести, сейчас попробую вам показать. Это вот ярко-красный оттеночек, да, и всего лишь один из оттеночков, представленных в текущем каталоге, он идет без перламутра, он очень красивый, такой очень интересный. Не скажу, что, конечно, для того, чтобы получить более насыщенный оттенок, необходимо нанести 2-3 слоя, но вот именно вот это вот мерцание, которое в лаках остальных, да, 4 оттеночков, оно, если вот, ну, проведете ручкой, да, по пальчикам, оно не оставляет, бывает на лаке, когда чувствуются вот эти вот частички, здесь же не оставляет очень нежное такое, ну, то есть касание, то есть никаких засыпок не будет, да, и при этом вот каждый слой, накладываясь один на один, он дает еще такой вот, еще уникальное, еще такое мерцание, и вот именно благородный такой цвет, да. И, конечно же, наша очень всеми любимая, это энергоблеск, да, как мы раньше ее называли, это действительно помада бестселлер, и она идет тоже в модном исполнении, с модными оттеночками и переливчатым блеском. Она очень хорошо ложится на губки, дает сияние. Для Нового года это вообще не такой подарок для себя любимый, который должен быть обязательно. Можете отметить в чате, кто уже сделал для себя этот заказик, и я расскажу тоже дополнительно по скидочку, которую она дает. Вот помада содержится именно ухаживающий комплекс Lip Kiss. Он смягчает и разглаживает при этом кожу. Вот, и вот эти вот оттеночки, именно вот эта помада, она придает губам на 50% более сияющий оттенок, чем обычная помада. Очень легко наносится. Те, кто пробовал, уже тоже можете поставить троечки, кто пробовал вообще любой оттеночек. У нас в офисе есть практически все оттеночки. Я даже сегодня вам покажу новиночки, да, немножечко буквально. Потому что лично для меня, не знаю, как для вас, лично для меня было очень интересно, как же на губах будет лежать золотое сияние, да. Как оно будет на наших губах находиться. Я, конечно, не рискнула на себя нанести, но я вам сейчас его тоже покажу. Итак, до 8 часов обеспечивает комфортное ощущение на губах. И, кроме того, содержит SPF 12. Фактор защиты от солнышка. То есть даже зимой нам все равно нужно защищать нашу кожу, наши губки от солнышка, и вот мата дает такую возможность. Я не буду вам, наверное, сейчас показывать все оттеночки, да? Сейчас попробую. Ну, они мне очень понравились, я их нанесла просто на ручку, попробую, покажу вам немножечко, да? Вот такой оттеночек. Они очень приятно пахнут, такой, не знаю, какой-то такой необычный, такой тоже сказочный аромат. Я просто вам сейчас покажу, наверное, золотое сияние, и они будут у нас в офисе, поэтому для тех, кто хочет, захочет подобрать для себя все-таки. Так, я попробую вам показать, как он выглядит, наверное, сильно близко, да? Вот, золотое сияние. Вот такой потрясающий оттенок. Я думаю, что он, конечно, больше подойдет для молодежи, но он очень классный. В сочетании с лаком будет действительно очень красиво. Ну, пожалуйста, ставьте хотя бы плюсики в чате, чтобы я понимала, что вам нравится или не нравится, а то я думаю, что вы меня не слышите. Я говорю сама для себя, поэтому что-нибудь отмечайте, ставьте плюсики, смайлики в чате. Так, вижу, слышите. Ну, может быть, вы просто пишете в каталогах, поэтому вы не успеваете что-то отмечать, да? Ну, а мы с вами двигаемся дальше. И у нас следующее, тоже то, что в начале каталога мы говорили всегда с вами, что у нас есть определенная тематика в начале каталога с потрясающими скидками. И вот это новогодний супер шанс, помада, которую мы с вами тоже все очень любим, за что, да, скажем так. У этой помады вообще очень много преимуществ. Во-первых, это богатая палитра насыщенных стойких цветов, светоотражающее покрытие и смягчающая формула. И вы знаете, мне очень нравится, что в этой помаде находится смесь натуральных восков, которые помогают удерживать влагу в коже. Вот, здесь, кроме того, еще содержится питательное масло манго и какао, которое придает такую шелковистость губам. И, конечно же, наш бестселлер – это тушь 5 в 1, та, которую, действительно, мне кажется,
ну, по статистике, да, каждый, раньше было каждые 7 секунд покупается одна тушь, сейчас уже, наверное, каждые 5 секунд покупается такая тушь. Можете тоже поставить четверочки, кто действительно пробовал, и там она очень нравится. И я скажу, вот такая цена на наши деньги, там, это даже 5 рублей, это вообще просто супер. Тушь, которая умеет вообще все. Да, это запатентованная фигурная 3D-щеточка, приподнимает реснички на небывалую высоту, придает им ошеломительный объем, исключительную длину, безупречное разделение. И она, конечно же, без комочков. И вот изгиб, вот то, что я вам скажу сейчас, то, что по статистике, да, дает компания, изгиб на 52%, удлинение на 57%, увеличение объема в 8 раз. Действительно, очень классно разделяется, каждая ресничка, да, прокрашивается. И, конечно же, кроме того, почему 5 в одном, да, потому что еще и ухаживают нашими ресничками, это специальный комплекс именно есть для ухода и увлажнения. И смотрите, какое классное предложение помады, конечно, на 150%, это вообще шикарно. Но кроме того, у нас с вами есть новогодний супер шанс. Приобретая любой продукт из каталога, к каждому продукту вы можете заказать еще одну тушь. 5 продуктов, 5 туши, да, по потрясающей цене, потрясающей скидочкой и 2 оттеночка, поэтому кто-то захочет быть с черными ресничками, кто-то с темно-коричневыми, поэтому выбирайте, пробуйте, это тоже, я думаю, те продукты, которые не останутся до конца каталога, поэтому радуйте, балуйте себя вот такими потрясающими продуктами. Ну, а мы двигаемся к тому, наверное, без чего не может обойтись ни один мужчина, ни одна женщина, это, конечно же, аромат. Аромат – это вообще то, что предвещает наше появление, и то, что остается, скажем так, в сознании людей, которые были с нами, когда мы уходим, и остается очень надолго, этот аромат, который приходит вместе с нами. И в данном каталоге, предновогоднем, вот огромное количество ароматов, мне кажется, на вкус любого человека, и самое потрясающее, что компания дает нам возможность приобретать это наборами. Да? Помните, мы вначале говорили о том, что если мы используем комплекс, то есть крем для тела и вода, это усиливает, да, стойкость аромата. Если это дезодорант, да, или там гель для душа, то есть это все усиливает. Если вы посмотрите на текущий вот аромат, это, конечно же, Экла, да, Экла. Что можно сказать об этих ароматах? У меня они тоже сегодня представлены, это мужской и женский. Это такая тоже очень интересная, элегантная упаковочка. Они такими, знаете, вот мне очень тоже понравилось, что если раньше были такие острые края, да, то теперь края закругленные. Она дает такую вроде изысканность, но в то же время такой вот уют, эти вот сами упаковочки, да, когда держишь их в руках. Что касаемо самих ароматов, то аромат женский, Экла Фэм, он меняет красоту и волшебным. Вот аромат жасмина, да, это главная ноточка этого аромата. И жасмин, который используется, да, он выращен во французском Грассе, в легендарном городе парфюмера. Вы об этом тоже знаете, что ароматом, да, тоже у нас выпускают тоже те же, ну, очень известные тоже парфюмеры, используются обычно несколько парфюмерных домов, которые предлагают аромат. Но я скажу, что Экла, аромат Экла, он уже очень давно в компании. И это такой бестселлер, который, мне кажется, не уйдет никогда. Да? То есть ароматы, которые сегодня есть, завтра нет, этот аромат уже очень давно в компании, и он просто немножко меняет внешний вид, немножко где-то усиливается какие-то ноты для того, чтобы был более стойкий, но он остается навсегда. Итак, жасмин, да, это основная ноточка этого аромата. Для какой девушки подойдет аромат Экла? Для нежной и женственной особы, которая обладает очень сильным характером. Да? То, что я говорила, и упаковочки вроде такой... такая классика, но в то же время такая очень нежная. Вот. Что касаемо мужского аромата, то мужчина, который использует этот аромат, это настоящий герой эпохи. Он легко достигает равновесия между современностью и историей. Молодой, красивый, да. Ой, этот аромат, действительно, это сбалансированный букет. А здесь есть цитрон и дорогая кожа. Поэтому тоже аромат очень приятный. Наверное, и когда приходят клиенты, вообще не было ни одного, наверное, сказал бы, что ему не понравилось. Если сказал, ну, какой-то другой лучше, никто не сказал, что ему этот аромат не понравился. И аромат содержит более высокую концентрацию пряных масел, чем тот аромат, который был раньше. Вы знаете, что тоже он немножко изменился. Но это дает, продлевает шлейф и усиливает стойкость. И вот действительно эти ароматы в паре вообще шикарно дают возможность нам дополнить наш образ. Кроме того, 50% скидочка именно на набор. Обратите внимание, что не заказывайте отдельно водичку либо крем, а заказывайте набором, потому что это выгода более чем, 50%. Да?
Двигаемся с вами дальше. Какие же еще ароматы мы встретим на странице текущего каталога, и даже не просто ароматы, а наборы. Это, конечно же, любимые девушками наборы Love Potion и Divine. Наверное, это то, вы знаете, во-первых, очень клиенты не всегда запоминают, наши знакомые не всегда вспоминают название. Но когда придут и говорят, вот такой длинный синенький, либо такой сладенький красненький, да. Так вот, я хочу сказать, что с помощью аромата Love Potion вы можете для себя открыть волшебную силу желания, да, благодаря этому аромату. Он раскрывает все секреты любовного удовольствия, превращает тебя в чувственную соблазнительницу. Вот так пишет автор об этом аромате, да. Какие же здесь ноточки? Это, конечно же, натуральные афродизиаки, это имбирь, это цветки какао, это шоколад. Да, согласна с вами, оба аромата потрясающие, поделись, какой-то нельзя. Вот, и вот эти лакошин, аромат лакошин, он подчеркивает естественную красоту и женственность именно вот благодаря вот таким вот своим ноточкам, да. Но аромат Divine, здесь действительно аромат с краплением фруктовых и древесных ноток. Он пленяет, он захватывает, он покоряет, наверное, всех мужчин, которые находятся рядом. Вот, и, как говорит автор, для богини нет преград. Поэтому вот этот аромат для тех, кто считает себя богиней. Вот, свежий аромат с фруктовыми древесными ноточками. И вот сам флакончик, да, он такой плавной линии, который повторяет очертания женских форм. И вот они как бы восхваляют эту женщину. Поэтому тоже обратите внимание, что именно в этом каталоге скидочки 50% на наборы именно Love Potion и Divine. Тоже замечательный подарок для наших родных и близких, знакомых. Вот, кстати, Love Potion у меня сегодня тоже есть на столике. Я... вот такой шикарный, вот такой, да. Вообще, если кто не читал историю этого аромата, это именно как капля страсти, да. То есть вот такой вот шикарный флакончик. И когда приходит коробочка, она такая огромная коробочка, вот не осталось. Поэтому действительно такой дорогой элегантный подарок. И, конечно же, нельзя оставить без внимания мужчин. То, что мы сейчас с вами видим, S8. Айкон, да, мы увидели в прошлом каталоге, новиночка прошлого каталога. Но, вы знаете, вот, все противоречиво, но в то же время все очень интересное, потому что подумать, что вот такой яркий, желтый такой вот лакончик, это мужской аромат, вот все, кто приходит в офис, пока не видят, что это S8 написано, они думают, что это женский аромат, да? Он такой яркий цвет, но в то же время вот зимой он дает такое вот солнце, такую теплоту. Вы знаете, что вообще в портфолио Oriflame более 30 мужских и 40 женских ароматов. И есть ароматы, которые очень долго в компании, да, и одним из таких является, конечно же, S8. И вот S8 первый аромат, да, беленькая такая водичка, вы видели, да, он появился в 2006 году. В 2009 вышел аромат S8 Night. Эти оба аромата были посвящены Стокгольму. Вот буква S в названии, да, это означает Стокгольм. Столичный город современной Европы, жители которого ценят свободу и независимость. Вот такие же были ароматы, свободные и независимые. И долгое время, считайте, 2009 года компания, парфюмерная коллекция, да, вот именно S8, она не расширялась. Но именно в этом году компания Oriflame с удовольствием представила вот эту долгожданную новиночку. И я скажу, тоже стал, как и предыдущих два, очень таким популярным, очень любимым. Если уже кто-то брал для клиентов, либо для своих мужчин, можете поставить восьмерочки в чате, да, потому что аромат очень такой долгожданный, скажем так. В этом аромате заключен дух Стокгольма. Кто такой мужчина, вот аромат S8, да? Это молодой, это целеустремленный мужчина, который четко знает, чего он хочет, который достигает своих целей и высот. Вот Наталья и Мария, вот уже брали, Татьяна, да, потрясающе. В прошлом каталоге была шикарная скидочка на него, да? И вот мужчина, который S8 нравится, аромат, который себя предпочитает, вот какой несет, вот аромат какой несет такой, да, себе подоплеку, скажем так, да? Что это мужчина, который прирожденный лидер, яркая личность, активный, амбициозный. Он всегда полон свежих идей и никогда не останавливается на достигнутом. И в текущем каталоге тоже на этот аромат 50%, но при заказе двух. Поэтому для тех, кто в прошлом каталоге уже приобрел, есть возможность пройтись по знакомым, предложить такой подарок Новому году, и получить действительно потрясающую скидочку. Ну а мы с вами двигаемся дальше, и хотелось, конечно, сделать акцент на ароматах, которые дают скидочку 60% в каталоге в текущем, да, и это мужской и женский аромат. И если касаемо аромата Enigma, вы знаете, каждый аромат, вот, если вот, те, кто только недавно пришел, и те, кто не знают историю ароматов, иногда сложно там, выбрать, подобрать клиенту. Но когда ты уже не первый год в компании, когда ты смотришь каждый аромат, изучаешь его историю, ты понимаешь, насколько он глубокий, насколько он... И тогда очень легко подобрать клиента, когда человек заходит,
говорит, мне нужен аромат, ты уже понимаешь, какой аромат ему подойдет, потому что вы знаете историю тех ароматов, которые можете предложить. И если брать аромат Enigma, то, как пишут о нем авторы, это аромат, который дает, он просто такой сильный, да, для сильной женщины. Но в то же время, как пишет автор, позвольте сдаться ему, используя свои чары и соблазнивой нежностью бархатистого голоса, опьяняющим души, захватывающим разум ароматом с нотами черной розы и жасмина. Флакон, он такой в виде языков пламени, да, у меня просто сегодня его с собой нет, вам показать. Причем, смотрите, вот ноты черной розы и жасмина, которые рассыпают только ночью, они как бы смешиваются с чувствами листьев пачули. И аромат действительно очень стойкий, очень долго держится, то есть на коже, если попало на одежде очень долго держится. Поэтому действительно аромат, который приятно держать в руке, и в то же время понимаешь, что ты своими чарами можешь подвластить себе любого мужчину, это тоже очень приятно. Если брать аромат Хабидизиа, да, который тоже в этом году только у нас вышел, да, мужской аромат Хабидизиа, тоже не все сразу понимают, что это мужской аромат. И даже когда пробуют аромат, вы знаете, что он выпущен парный, да, Хабидизиа мэн и для женщин, да, то вообще парные ароматы, они считаются такие, особенно вот такие легкие, да, они считаются как унисекс, иногда используют мужчины и женщины. Так вот, аромат Хабидизиа мэн, он говорит о том, что нужно каждый день встречать с улыбкой. Да, он такой бодрящий, там лайм, зеленое яблоко, спелая клубничка, то есть они действительно помогают улучшить настроение, особенно если холодно, кто не любит снег, пасмурную погоду, то есть он такой наполняет энергией радости и счастья. Конечно же, здесь еще добавлен кориандр, что дает такую вот именно более композицию такой, да, интересную. И завершает это, конечно же, пачули и кедровые ноты. И создателем этого аромата Хабидизиа мэн является автор бестселлеров нашей компании Фабрис Пилигрим, да, какие ароматы он создал. Это Джордани Голд Эссенс, это Эклафе. Да, то есть видите, насколько разносторонние наши парфюмеры, да, насколько разносторонние ароматы они нам предлагают. Да. И тоже обращаю внимание, скидочка 60%. Да, вот видите, уже даже сказали, потому что ну, по одним только ноткам хочется попробовать этот аромат. И конечно же, те продукты, которые должны быть в каждом заказе. Я знаю, что вот мы эти звездочки, оно уже было в прошлом каталоге, к сожалению, после первой недели его уже разобрали. Оно уникальное, очень интересное, потому что каждая мысль находится в коробочке, и на коробочке можно написать, для кого и от кого этот подарок, да. Поэтому это такой приятный сюрприз, приятное дополнение. Мы думали, что оно будет очень маленькое, на самом деле мыться вот с ладошку, да, такое, такой нежно прозрачный, таким блесточком, который не остается, правда, на коже, но оно настолько приятное, настолько нежное это мыться. И, наверное, вот как дополнение к любому подарку должно быть либо вот мыльце звездочкой, либо вот такой потрясающий набор. Он шикарный аромат. Я буквально вчера носила каталоги клиентам, они говорят, есть ли ваши вот эти елочки, да? Потому что действительно запомнилось надолго, и это как-то хочется какого-то действительно тепла, вот хочется вот такого вспомнить этот праздник, да, и вот нанести либо кремушек на ручки, либо мыльце. Вы тоже видите, что наборчик будет намного дешевле. Ну и, конечно же, то, что не делает, ну, любой подарок, да, он должен быть с душой, он должен быть красиво оформлен, он должен красиво упакован. И в текущем каталоге вы можете увидеть потрясающие пакеты, да, мне очень понравились эти новиночки, вот серебро, да, и вот это вот золото, потому что хорошая очень цена и настолько приятная, вот, дополнить такой, ну, именно роскошный. Роскошная продукция, роскошная упаковка, да, будет у нас. Ну и, конечно же, то, что я могу вам порекомендовать, сейчас в чатах очень часто вы, может быть, видите, что можно приобрести календари компании Oriflame. Я вам советую это делать, потому что вот маленькие календарики, мало того, что они на следующий год, а там есть возможность писать ваше имя, да, то есть вы можете, если вы работаете с клиентами, либо просто даже встречаете знакомого, да, дать ему вот этот вот календарик, у него останется ваше, ну, целый год, представляете, останется ваше имя, ваш телефон, и я думаю, что на 100%, что он к вам обратится. Но тоже мне вот очень понравились, получили календарики на магнитике. Я на них как-то не обращала внимания, я сейчас попробую показать. Вот такая вот упаковочка, она такая маленькая, хорошенькая. Я не думаю, что я буду его использовать на холодильник. Скорее всего, он будет у меня в сумочке, потому что очень классно вот, сделан каждый месяц, да, очень красиво, очень элегантно. Можно отметить все наши мероприятия, которые у нас будут проходить, праздничные и так далее, да. Можно отметить, когда можно сходить там, к клиенту, либо еще какой-то день рождения своих близких и родных. Очень классно, поэтому по стоимости он всего
Если брать старыми деньгами 9900, он тоже очень классный для себя. Ну, а вот обычный календарь очень классный для клиентов. Даже сейчас Новый год, дарите такие потрясающие подарки для всех своих близких. Делайте какой-то приятный сюрприз, чтобы они об этом тоже помнили. Потому что клиент, если получил сюрприз, он хочет в следующий раз тоже получить сюрприз, поэтому обратиться именно к вам. Ну и, конечно же, не забывайте о вау-осени. Как-то странно говорить о вау-осени, если честно, потому что она за окном зима, но вау-осень нас радует такими потрясающими скидочками. Каждую неделю у нас будет проходить, ну, ноябрь, по крайней мере, да, под этот текущий каталог вау-осень. И обратите внимание, что при заказе любого продукта из основного каталога вы можете заказать до 5 единиц каждого продукта, представленного в акции вау-осень. Я скажу, если не ошибаюсь, даже лак вроде бы уже не проходит, то есть насколько быстро разбирают эти продукты, потому что скидочка 70%, но действительно это те продукты, которые можно собрать за хорошие заказы и порадовать близких, и в то же время действительно вот, делать такие невероятные заказы в ближайшие каталоги, чтобы получить и хорошие денежные бонусы, и порадовать родных и близких. Ну и еще об одном акценте я хочу вам тоже сказать. Это, конечно же, вот акция, которая у нас стартовала, выгода в кубе. Я о ней не буду говорить подробно, потому что я думаю, что у каждого из вас есть поздравительные вебинары, вы на них увидите условия этой акции, но посмотрите, какие шикарные, роскошные наборы можно получить вообще просто показывая каталог, даря нашу продукцию родным и близким, знакомым, даря красоту, даря им возможность оставаться всегда молодыми, менять свой образ и так далее, но при этом еще для себя любимые сделать такие потрясающие подарочки. Уже во втором каталоге, да, 2017 года, совсем скоро он наступит. Поэтому изучайте продукт. Я что хотела бы тоже еще сказать, чтобы вы... Каталог, он, конечно, работает, но ведь на самом деле с каталогом нужно работать грамотно и правильно. Не всегда у людей есть возможность и время полистать каталог. Поэтому сейчас в ваших чатах скидываются наборы, используйте их, потому что это классный продукт, который, показав, если человек даже нет времени, показав этот наборчик, он может для себя его заказать. Ну и, конечно, чем мне нравится каталог, что можно его очень классно оформить, можно добавить сюда пробнички, можно добавить сюда все, что хотите, звездочки, какие-то интересные моментики, и действительно ваш каталог будет интересным, ваш каталог будет индивидуальным, ваши клиенты захотят к вам дальше обратиться. Отметьте, пожалуйста, часики. Жалко уже нет, да, каталогов уже нет на складе, но на самом деле... Нет, компания отправила еще раз заявочку на тираж, я думаю, что они появятся, но компания говорит, что уже ну, очень давно не было такого спроса на каталоге, потому что все печатают в таком же режиме, как и обычно, даже, наверное, больше, но каталоги, я думаю, что, скорее всего, еще появятся, и это дает нам возможность задуматься о том, что надо 17-й каталог заказать заранее для себя, для того, чтобы можно было порадовать. Но используйте электронные каталоги, используйте наборчики, которые готовят для вас ваши лидеры, потому что это еще более дает вам качественно проработать с вашими клиентами. Посещайте школы, потому что следующий тоник у нас будет да, по как 150 баллов легко, да, как это сделать. Я думаю, что к тому моменту уже у всех, кто присутствует на сегодняшнем вебинаре, забудет 150 баллов, поэтому вам уже будете вы нас обучать, как это делать. Поэтому я вам желаю хорошего каталога, я вам желаю классных продаж, я вам желаю получить подарки и действительно эмоции, благодарность от ваших клиентов за такие потрясающие продукты и за такие потрясающие возможности, которые вы можете получить. Конечно, поздравляю вас с началом 16-го каталога. Не стесняйтесь, носите с собой продукцию, носите с собой каталог, потому что это действительно помогает людям, не выходя из дома, на работе, выбрать подарки для родных и близких, и им приятно, и вам хорошо. Вот, все, на меня на сегодня все, поэтому вам хороших дней ближайших, да, три каталога, три недели для того, чтобы хорошо поработать с каталогами, отработать их на все 100. Если будут вопросы, пишите в наших чатах. Мало будет наборов, пишите в чатах. Но я думаю, что действительно ту работу, которую делают наши лидеры, дает нам возможность классно работать с каталогами и классно получать удовольствие от работы с нашими клиентами.